Привет! Сегодня не буду петь, буду читать. Насколько это получится или не получится, решать вам. Если понравится, ставьте. Не понравится, не ставьте. Проходите мимо, много интересного контента на YouTube. Вот микрофон поближе поставил, чтобы вы слышали мое мяуканье. Кстати, буду играть вот опять вот на этих струнах. Вот. Мне нравятся они, мягкие, прикольные. Пирамид. Ссылка будет в описании. Поехали. А, кстати, играть буду в оригинальной тональности, но на бары никакие копидастеры, которые сломались, ставить не буду, потому что почему-то струны плывут с ним, не зажимает нормально. Так что, если кто играет на баре, вот так, ребят, вот оригинальная тональность. Сегодня пробовал. Подходит. Тут патрон, патронник, ежели что, головы рубили, зарабатывал вес. Тут каждый, кто бил, добивая, нашел личную выгоду и свой интерес. Накал пламенел, озарял города, неминуемая яма улыбудавила ехидно. Тут человек пропадал навсегда, в самом себе себя же не было видно. В этом умуте карикатур, слово шо вода, в голову залез топор. Троглодит и налетает, сохранит и беспризорник, это пламя на века. Тут ракеты поджигали, ожидая благодать. Тесная лирика слух обнаружила меня, ты снова без ответа, но ты потеряли любовь. Ноги не вели туда, где была мечта заветная. Где была мечта заветная? 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 Тут патрон, патронники, ежели жду. Головы рубили, зарабатывал вес. Тут каждый, кто бил, добивая, нашел личную выгоду и свой интерес. Накал пламенел, озарял города, неминуемая яма улыбудавила ехидно. Тут человек пропадал навсегда, в самом себе себя же не было видно. Районный сбор чин из Эль-Ави, мы же измотаны, помоги. Босы и коршуны без любви летают над городом фонари. Так угасала дикая страсть, об этом не стоит просить и писать. Но я беру силы извне, черпаю, что есть. Большая история началась здесь, и сейчас руины полезут из недр, тянутся выше до неба. Играет моя фонотека, она сохранит человека. Верю в удачный исход поединка, если не сейчас, знаю, впереди. Так голову забили злые языки, а нинсон слип. Тут патрон, патронник, ежели что, головы рубили, зарабатывал вес. Тут каждый, кто бил, добивая, нашел личную выгоду и свой интерес. Накал пламенел, озарял города, неминуемая яма улыбудавила ехидно. Тут человек пропадал навсегда, в самом себе себя же не было видно. Тут патрон, патронник, ежели что, головы рубили, зарабатывал вес. Тут каждый, кто бил, добивая, нашел личную выгоду и свой интерес. Накал пламенел, озарял города, неминуемая яма улыбудавила ехидно. Тут человек пропадал навсегда, в самом себе себя же не было видно. Потом патронники, ежели что. Тут потом патронники, ежели что.
По-любому надо было ни один раз не тот аккорд взять. Ну, это, наверное, уже мой фирменный стиль. Ну, как-то так. Все. Всем пока, до новых встреч. Всем удачи.